Жил-был зайчик-ушастик. Домик его находился на краю леса. И были у него родственники, зайчики, которые жили на другом краю леса. Из-за того, что они очень далеко находились друг от друга, зайчики очень редко виделись. И как-то раз, когда они собрались все вместе, зайчики решили, что надо что-то делать. Потому что, пока доскачешь друг до друга, очень лапки устают. Думали они, думали, и вдруг один умненький зайка предложил проложить железную дорогу по краю леса, чтобы не тревожить деревья, растущие в этом лесу, ведь им же жить еще в нем. И пошли они к бобру, чтобы он помог в этом деле. Он же специалист по дереву. Вот прошел месяц, и с помощью других лесных обитателей железная дорога была готова. Волчата помогли соорудить паровозик, который бы ездил по железной дороге. И вот, когда все было готово, зверушки собрались все вместе, чтобы запустить их паровозик по дорожке. Первыми были те самые зайки, которые и предложили все это сделать. Радости не было предела. Так и стали зверушки этого леса ездить в гости намного чаще, чем раньше. Спасибо железной дороге!